дорогие друзья, приветствуем вас в Ростове-на-Дону. Давайте посмотрим, как выглядит экспозиция дизайн радиатора в CDM. Давайте сейчас я вам все покажу. Заходим в центральный вход. Здесь поднимаемся на эскалаторе на второй этаж. После того, как поднялись на эскалаторе, поворачиваем направо и идем. Когда мы поднимались по эскалатору, уже была видна вывеска «Дизайн радиатора». Давайте посмотрим, как это все выглядит. Здесь на стендах представлены самые основные модели. Модель Emotion в белом и черном цвете. Модель Castola на 4, на 5 и на 6 секций, чтобы вы могли посмотреть, как ваш радиатор будет выглядеть вживую. Давайте пройдем дальше. Модель Диаметра. Модель RX. Модель Piata Premium с золотыми глянцевыми полосками, а также может быть золото хром, может быть, соответственно, золото матовое, и хром глянцевый, и хром матовый. Модель Piata, модель Sergio, это для тех, кому нужен радиатор помощнее, потому что диаметр трубы 57 мм. Также здесь представлены электрические полотенцесушители. Как вы можете видеть, они могут быть оснащены крючками, которые можно перемещать между секциями выше, ниже, левее, правее, также дистанционными планками. Планка может быть одна или их может быть несколько. Она может быть как хромированная, так и выкрашена в цвет радиатора. В Ростове вы можете всегда сосканировать QR-код и перейти к нам на сайт. Также на стендах всегда представлены актуальные каталоги, которые можно забрать с собой и дома полистать, повыбирать. Друзья, ждем вас в торговом центре Вест, город Ростов-на-Дону.